Анапчанка Анастасия Толстая попала в список самых красивых девушек страны. Она представляет наш город на конкурсе «Мисс России 2017». Это ежегодное мероприятие проводится под эгидой Министерства культуры России. В этом году из более 75 тысяч конкурсанток в финал вышли всего 50 красавиц, среди них и наша землячка. Анастасия Толстая родилась и выросла в Анапе. Здесь окончила музыкальную школу. Сейчас она студентка Российского экономического университета имени Плеханова. Говорит, на конкурс попала совершенно случайно. Я не предполагала, что у меня будет такая возможность, и я смогу участвовать в этом конкурсе, потому что это была своего рода такой мечтой, о которой я даже думать не могла. Совершенно случайно организаторы конкурса нашли мою страничку в Инстаграме, написали мне и предложили пройти кастинг. Я, не задумываясь, решила согласиться, прошла кастинг, получила отличные оценки и стала конкурсанткой конкурса «Мисс России 2017». Сейчас девушка живет в Москве, но признается, что в Анапу любит приезжать. Здесь остались ее родители и друзья. Очень надеется на поддержку анапчан. Спасибо всем моим землякам, всем моим друзьям, всей моей семье, которые меня поддерживают. Каждый голос для меня очень важен, что ваша поддержка, она невероятно важна для меня, и спасибо вам огромное. Поддержать землячку можно на официальном сайте конкурса, отдав за нее свой голос. Торопитесь, итоги финала подведут уже 15 апреля.